В Николаеве оперативники СБУ совместно с полицией обнаружили нелегальный склад оружия. Арсенал хранили два брата. Один из них когда-то был высокопоставленным в области милиционером, второй – бывший активист Компартии. В СБУ предполагают, что оружие предназначалось для организации провокаций в Николаеве. Подробности у Кирилла Ющишина. Арсенал оружия был спрятан в подвале гаража одного из кооперативов. Оперативники СБУ обнаружили тайник, срезали замок на воротах и опешили. В обычном гараже были спрятаны гранатомет, автомат Калашникова с двумя магазинами, пулемет Томпсон, пистолет ТТ, около 12 тысяч различных патронов, 30 осколочных гранат, 2 гранаты РГД-5, 1,5 килограмма пластида, 8 детонаторов и 3 взрыв-пакета. Чтобы не подвергать опасности оперативников, обыск пришлось прервать. Виявлено один предмет зовні схожий на автомат Калашникова та один ящик, наповнений близько 10 предметами зовні схожими на гранати РГД-47. На даний час викликана випробувальна техніка, яка проведе огляд даних предметів. После проверки все найденное изъяли. Гараж принадлежит двум братьям Валентину и Александру Матухно. Последний – полковник милиции в отставке. Долгое время занимал руководящие посты в милиции Николаевской области. Его брат Валентин Матухно был членом бывшей Компартии. Принимал активное участие в пророссийских митингах в Николаеве. Сейчас оба в России. Йшла тривала попередня робота, яка дала підстави вийти саме на цей доволі серйозний за об'ємом схованку. Є певні підстави вважати, що знайдена зброя та засоби ураження могли б бути використані для диверсії, для ескалації ситуації у регіоні напередодні травневих свят. По данным СБУ, этой весной в Одессе, Николаеве, Херсоне и Харькове активизировала работу агентурная сеть российских спецслужб, которые пытаются создать искусственные межэтнические конфликты на почве якобы ущемления интересов нацменьшинств. Ранее в Одессе были задержаны организаторы акции протеста против притеснения этнических болгар, во время которой, по данным СБУ, планировали инсценировать нападение националистов на мирных участников пикета. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев.